Здравствуйте! В эфире «Время жить» – программа о самом главном, о нашем здоровье. Сегодня вы увидите. Ожирение и сахарный диабет. Какие продукты полезны, а какие вредны? Проект «Свой путь. Что делать, когда у ребенка аутизм?» Рязанский центр здоровья. Какие обследования в нем можно пройти? На нашей телекомпании «Город» продолжает работать проект «Свой путь». Он посвящен всем родителям, которые столкнулись с проблемами детского аутизма. Не так давно мы познакомились с Еленой Колесниковой. Она рассказала нам о своей небольшой семье, о своем сыне Игоре, у которого аутизм, о том, как они живут и о чем мечтают. Уже после того, как Игорю исполнилось 1.5 года, мама Лена поняла, что с сыном что-то не так. В 3 годика врачи поставили ее малышу сразу несколько диагнозов. Основное – психические расстройства, а еще аутизм. Ребенок был маленький, и Елена надеялась, что лечение и коррекция помогут ее сыну справиться с заболеванием. Когда Игорю исполнилось 5 лет, мама поняла, что ее малыш останется таким, какой он есть. Муж Елены практически сразу отказался от семьи. Она фактически один на один осталась со своей проблемой. И муж, и свекровь, они очень настаивали на том, чтобы ребенка отдать. Они меня убеждали в том, что молодая, жизнь продолжается, ребенок останется таким, какой он есть, что будут еще дети и здоровые, хорошие. Ну, как бы я так подумала, говорю, нет, пока я не могу такого для себя позволить. После этой непростой ситуации Елена решила, что поможет своему ребенку, чего бы ей этого не стоило. Она считала, что любому человеку нужно общество, и надеялась, что со временем ей удастся устроить Игоря в детский сад, а затем в школу. Однако там, где она жила, таких специализированных учреждений не было, и Елена переехала в Рязань. Здесь она сразу начала искать место для сына. Однако в детский садик Игоря не взяли. Основная проблема заключалась в его поведении. Он был очень агрессивным ребенком, много кричал и неадекватно реагировал на окружающих его людей. Мама нередко ходила в синяках. Со школой тоже не получилось. Буквально через несколько месяцев, как только он начал туда ходить, Елене порекомендовали вывести его на надомное обучение. То, что было раньше, это вообще, это просто вот у меня было ощущение, что у меня ребенок с утра вставал, и вот, как говорится, в полет куда-то вот летит. То есть вот он бегал по комнате, то есть мы ели на ходу, бегали за ним. Вот. Он практически не мог остановиться. У нас не было... Основная, вернее, проблема у нас была, мы не могли стоять на месте. То есть это, считай, ни в магазин тебе никуда не сходить, потому что он не может стоять на месте. Не стоишь на остановке с ним, дождаться какой-то транспорт. Проехать в общественном транспорте тоже невозможно, потому что ему надо бегать по троллейбусу, по автобусу, а это, сами понимаете, дискомфорт для всех остальных людей. Срывы, конечно, были. Когда у Лениной мамы появились проблемы со здоровьем, ей пришлось на какое-то время оставить свою дочь одну с ребенком. Елене стало тяжело вдвойне, однако она справилась, ее поддержали близкие ей люди. Елена нашла центр, в котором Игорю помогли измениться. Кстати, наш проект назван в честь этого центра «Свой путь». Того Игоря мало кто помнит. И мы сейчас с ним ставим вместе с ним спектакль, он у нас участник всех наших праздников, концертов. Он любил вообще работать, он прятал руки. Он был такой, не то что белоручка, он очень брезгливый, не давался. Сейчас это та деятельность, которая дает ему достоинство. То есть у Игорька есть лопата, есть грабли. И он здесь вот когда занимается, он всегда привлекает внимание проходящих, он здоровается и ставит корт. Потому что я здесь не просто так. У меня здесь дело. Сейчас Игорю 15, он занимается в центре около 5 лет. Результаты пошли не сразу, тем не менее, они есть. Он умеет накрывать на стол, убирать за собой, может починить то, что сломал. А в деревянной мастерской он и вовсе специалист. Все это наполняет его жизнь смыслом. То, что сейчас он может делать, для меня вообще как бы порой удивительно, потому что он уже по дому мне что-то может помочь. Пусть самое элементарное в бытовом плане, но это очень много. Потому что, говорю, раньше мы вообще ничего не могли сами делать, ничего. Он очень любит у меня сейчас заниматься вот какими-то такими вот мужскими делами. Вот он любит пилить. Мы с ним сейчас ездим в деревню в выходные всегда. Он прям вот пилить, строгать. Вот, он очень любит на стол накрывать. То есть вот когда мы чай садимся пить. Ну, говорю, вот такие вот какие-то домашние дела он уже выполняет. И мне, конечно, очень нравится. Мы надеемся, что Игорь и дальше будет радовать своими успехами педагогов и, конечно же, своих близких и родных. Они для этого очень многое делают.
Нередко бывает так, что продукты, которые мы считаем самыми вкусными и которые мы употребляем с большим аппетитом, являются еще и самыми вредными. А между тем, неправильное питание – одна из главных причин развития ожирения и сахарного диабета. В следующем сюжете расскажем, какая еда полезна при наличии таких заболеваний, а какая нет. Известно, что при наличии лишних килограммов жир и любые быстроусвояемые углеводы – это вредно, а овощи, напротив, полезны. Их можно съесть даже намного больше, чем рассчитываешь, ими быстро наедаешься. Кроме того, они улучшают работу кишечника. Однако при приготовлении овощей важно помнить о некоторых нюансах. Взять цветную капусту – хороший продукт, прекрасный, малокалорийный, но ее же можно сделать во фритюре. Тогда это зло бесконечное. Мало того, что жареное, мало того, что калорийное. То есть у человека, как правило, ведь если есть сахарный диабет, то, наверное, там и холецистит, и проблемы с печенью, наверное, есть. Начинаешь смотреть, там одно, второе, третье. И если ты будешь вот так есть овощ, но ты будешь себя уговаривать, что это вот, ну, он во фритюре приготовлен, ты будешь уговаривать, что это овощ, то все равно это будет зло, все равно это будет калорийно. Или взять картошку. Вроде бы это углевод основной, да, и вроде бы нужно ограничивать. Но я хочу сказать, что в 100 граммах картофеля 72 килокалории. А если пожарить, то будет 400. При избыточном весе и сахарном диабете картошку съедать изредка можно. Однако готовить ее важно правильно. Многие из нас любят делать пюре. Добавлять туда молоко, масло, а иногда и яйца. Такое блюдо получается очень калорийным. В картофеле содержится определенное количество клетчатки. И если это уже пюре, то вся клетчатка, она разрушена. Мало того, что калорийно все всосет, и сразу повысится сахар, и плюс еще полезного ничего нет в картошке, вот тогда это получается неправильно. А если картофель вареный, и есть его кусками, да, ну, в смысле кусочками сварить, или в мундирах сделать, то это как раз только 72 килокалории на 100 грамм и чуть-чуть маслом там подсолнечным, например, ну, немножко мы полили, да, чуть-чуть посолили, укропчик добавили. Все получилось вкусно, малокалорийно и диетически. Для тех, кто хочет похудеть, важно помнить, что и фрукты бывают достаточно калорийны. Очень много углеводов содержат бананы, виноград и дыни. Если, ко всему прочему, у человека нарушение углеводного обмена, то фрукты, если очень хочется, лучше есть по определенной схеме. Ну, то есть не сразу сколько хочешь, да, ведь, а, например, пол апельсина сейчас, пол через 2 часа. Вот если хочется какие-то ягоды, которые у нас растут, вот сейчас время будет, уже ягоды пойдут, да, вот уж норма, если у человека диабет, вот сколько в стакан влезло, это вот на раз можно съесть. Почему? Потому что ведь это углевод, глюкоза, чтобы глюкоза в клетку попала, обязательно должен выделиться инсулин. На фоне диабета сахарного типа нарушается работа, нарушается выработка инсулина, несвоевременность, там, ну, сложности целые возникают. То есть не нужно провоцировать дополнительно, напрягать поджелудочную по выработке инсулина. Инсулин, мы уже говорили, это анаболик, он способствует повышению веса, аппетита, там, давления и так далее. Если вы подумываете заменить фрукт соком, от этой затеи лучше отказаться. Фруктовые соки не очень полезны. А вот овощные – другое дело, например, томатный или морковный. Некоторые считают, что и они сладкие. Но если не пить их литрами, это допустимо. Кроме того, такие соки содержат клетчатку. А вот фруктовые соки, даже свои собственные, мне пациенты начинают говорить, а как же я вот сам делаю соки, я там сахара не добавляю. Это же все равно углевод. Это фрукт и углевод. И причем вот если сравнивать сок и фрукт, конечно, надо съесть сам фрукт, а не сок, потому что во фрукте еще есть клетчатка, а в соке уже все разбито. Там только сладости, смысла никакого нет. Вы, наверное, тоже такое слышали, что даже увеличилось в последнее время количество, стало появляться большое количество пациентов с сахарным диабетом, кто очень много пил апельсинового сока. При сахарном диабете врачи не рекомендуют выпивать больше стакана молока в день. Оно очень повышает сахар. Естественно, иногда нас тянет на сладкое. И нередко мы выходим из такой ситуации так. А вот если, например, чай с молочком или кофе с молочком, то так как там лактоза, то уже так не тянет на сладкое, потому что ты уже углеводы вот с молоком получишь некоторое количество. Но все-таки стакан-то в день можно же пить. Ты его можешь с кашей съесть, вот куда хочешь, как бы, да, и с чаем попить. Вот ты его, но пить его много. У меня есть пациент, говорит, а я в течение дня там 3 литра выпиваю молока. То так нельзя, конечно. А вот кисломолочные продукты есть, конечно, нужно и полезно. Только важно контролировать калории. Йогурт лучше выбирать не сладкий и желательно с пометкой «Био». Это будет благотворно влиять на пищеварение и, как следствие, на иммунитет. Сыр нужный и полезный, что при диабете, что при
избыточном весе только сыр бывает 50%, например, а бывает 17-16 тильзитер или там альтерман, то, конечно, надо выбирать менее калорийные и не копченые, белые все-таки сыры более полезны. Нужно творог, кальций, белок содержится, это нужно. Черный хлеб содержит необходимые нам витамины группы В. Он не такой калорийный, как белый. Кроме того, такой продукт заставляет наш кишечник лучше работать. Полезен при похудении и сахарном диабете хлеб с отрубями. Вообще из продуктов мы должны получать достаточное количество белка, клетчатки и витаминов. Если это сказать обычным языком, то небольшое количество мяса, да, рыбы нужно съедать, и как бы физиологично грамм на килограмм веса, нормального веса, если человек весит там 150 килограмм, да, то, конечно, не 150 грамм, а на нормального веса. И понятное дело, что мясо надо с рыбой как бы комбинировать, да, потому что там полиненасыщенные жирные кислоты, это полезно, это для нервов, нервной ткани, и вообще для всего, для печени и так далее. Конечно, необходимо регулировать питание с учетом особенностей собственного организма, но в целом еда должна быть полезной и правильно приготовленной. В Рязани, как и по всей стране, вот уже который год работают центры здоровья. Предназначены они для тех, кто думает о своем будущем. Если к врачу в поликлинику принято обращаться, когда заболевания уже проявились, то в эти центры могут прийти люди, которые чувствуют себя хорошо, но хотят знать, как можно предотвратить те или иные болезни. Светлана Минашкина впервые в центре здоровья. Записалась сюда по предварительному звонку. В течение примерно 40 минут она пройдет все необходимые обследования. Я хочу больше узнать о состоянии своего здоровья, то, что я о здоровье забочусь, и хочу быть уверена, что у меня все в порядке. Для информации, в центрах здоровья любой гражданин России может бесплатно получить рекомендации по поводу здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. Здесь можно подобрать диету, узнать, как правильно двигаться или бросить курить. В основном, конечно, центры здоровья рассчитаны на более молодое население. То есть те, у кого еще нет хронических заболеваний, вот опять же, тех же сахарного диабета, бронхиальной астмы. Потому что люди, у которых уже они есть, как бы для них это уже мало информативно. Мы не можем, к сожалению, не назначить лекарственные препараты. То есть этим занимаются уже более узкие специалисты. А молодые люди, которым некогда стоять в очередях, в поликлиниках, то есть и особо им некогда заботиться о своем здоровье, раз в год прийти и в течение там, 20-40 минут пройти обследование в центре здоровья, хотя бы обратить внимание на какие-то факторы риска, которые могут в дальнейшем привести к развитию болезни. Но к нам приходят все желающие. То есть у нас нет возрастных каких-то ограничений. Мы рады всех видеть. Сегодня Светлана узнает свой холестерин, глюкозу в крови, получит оценку состояния сердца, данные о своем росте, весе, изменениях показателей дыхания и не только. На каждого посетителя центра здоровья заводится карта, которая остается у нас здесь. Вторая карта отдается ему на руки. Мы сначала измеряем рост, вес, определяется индекс массы тела, в дальнейшем спирометрия компьютерная, то есть определение дыхательной функции, определение работы сердца, кардиовизор, то есть пациент может посмотреть на экране схематичное изображение своего сердца, то есть в зависимости от того, какие цвета преобладают, то есть какие-то отклонения в работе. После такого тщательного обследования Светлана отправится к врачу центра здоровья за рекомендациями по ведению здорового образа жизни. Здесь ей могут подсказать, как правильно питаться, какую двигательную активность вести. Все зависит от тех результатов, которые получат специалисты. Я получила рекомендации, и в общем и целом состояние здоровья у меня хорошее, но есть отдельные показатели, которые требуют улучшений. Я получила рекомендацию заниматься дыхательной гимнастикой. Ну, в принципе, я для себя приняла решение, что все-таки нужно больше внимания спорту, например, уделять. Через какое-то время Светлана Минашкина собирается посетить Центр здоровья при ОКБ вновь и узнать, изменится ли картина показателей ее состояния в лучшую сторону. Для всех остальных напоминаем, что тестирование в центрах здоровья можно пройти совершенно бесплатно каждому гражданину России. Для этого необходим только паспорт и полис обязательного медицинского страхования. На сегодня это все. Я желаю вам бодрости, духа, цветущего вида и, конечно же, крепкого здоровья. Помните, оно в ваших руках.